Девочки, девочки, просыпайтесь, девочки! Ну что, вы еще спите, что ли? Нам пора отправляться в путешествие! Просыпайтесь, будем собираться! Так, я беру с собой бутылочку, фотоаппарат и свою любимую шляпу. Все, я уже проснулась, я просто обожаю путешествия. Я быстро, 5 минут, и я готова. Мне тоже 5 минут дайте. Что-то вы долго, девочки, собираетесь, у меня уже все готово. Какие вы быстрые. Хотя, неудивительно, мы новые куколки Low Surprise. Серия Root 707. И мы просто обожаем путешествия. Девочки, все за мной. Всем привет, друзья. И сегодня я хочу порадовать вас новой коллекцией Low Surprise Root 707. Эти яркие шарики с мини-куклами никого не оставят равнодушными. Ведь Low Surprise — это целый мир, где живут яркие и ультрамодные куклы-сестрички. Ну что, вы уже готовы увидеть новых кукол новой коллекции? Тогда пристегнитесь, мы с вами отправляемся в незабываемое путешествие по яркому и увлекательному маршруту 707. Первая наша остановка — это вот этот шарик с мини-куклой. Давайте его распакуем и узнаем, какая же кукла нам попадется. Популярная, редкая, а может даже ультраредкая. В этой коллекции по 6 куколок. 6 первой серии и 6 второй. Получается 12 новых кукол. Вот бы собрать их всех, ведь в каждом таком шарике нас ждут целых 8 сюрпризов. Давайте откроем первый слой. Смотрите, здесь подсказка. Дорога и чемодан. Наше путешествие начинается. А вы уже знали, что настоящих кукол Low продает компания Rossmann? Мы открыли 2 слоя, и у нас вот такой вот розовый шарик. И куча сюрпризов в нем. Инструкция. Так, подождите, от меня убежала наклеечка. Ух ты, какой милый кактус. А это что, летающая тарелка? Осторожно, инопланетяне. И какой-то сапожок. Стало интересно, куда же отправляется наша куколка? Неужели на другую планету? Вот это здорово. Давайте посмотрим. Листок коллекционера, какие куклы есть в этой серии. Вы только посмотрите, все героини редкие. И все они принадлежат клубу путешественников. Давайте откроем нашу первую путешественницу. О, ух ты, какая у нее прическа здоровская. А какой костюмчик. Вы посмотрите. Купальничек полосатый. И перчаточки. Какая симпатяшка. А прическа у нее отпад. И я уже знаю, какая куколка мне попалась. Мисс Палм. Какие же у нашей мисс есть аксессуары? Давайте посмотрим. Вот такие вот красивые тапочки с бомбончиками. И посмотрите, подошва точно такой же расцветки, как и купальничек. В следующем пакетике у нас вот такое вот розовое с цветочками платьишко. Смотрите, на упаковках указатели, дорожные разные, пальмы и серия Root 707. Еще у нашей красавицы есть вот такой вот ободок. Вот такие вот розовые очки с белой оправой. И бутылочка в цветовой гамме нашей куколки. Мне кажется, это ее любимый рисунок. Поэтому он у нее просто повсюду, на бутылочке, на ободочке и даже на подошве туфелек. Здорово выглядит наша первая путешественница. Она только что пришла с экскурсии и очень хочет пить. Я набрала воды в бутылочку и сейчас дам ей попить. Наша куколка утолила жажду. И сейчас давайте проверим ее умение стрелять водой изо рта. Отлично получается у нее. Давайте установим ее на пьедестал. В шарике в упаковке есть специальное отверстие для ножек, где куколка может красиво, устойчиво стоять. Наша первая путешественница будет ожидать своих подружек. Мы открывали с вами первую, вторую серию. А вторую я хочу открыть первую серию. Low Surprise
707 Рут. Сейчас посмотрим, какие же куколки в этой серии. Убираем первый слой. Второй слой. А вот и подсказочка. У первой куколки была дорога и чемодан, а здесь дорога и знак «Стоп». Что-то помешает нашей куколке в путешествии? Да ну, не может быть. Давайте с ней познакомимся. И если что-то ей и помешает в путешествии, то мы ей обязательно поможем и исправим ситуацию. Ведь куколки Лол этой серии обожают путешествовать. Вот листок коллекционера, и здесь, посмотрите, в первой серии вот такие вот куколки. Какие они все интересные, они тоже все редкие и все путешественницы. Наклеечка такая же, как и во второй серии. А сейчас мы узнаем, что за куколка. Вау! Какая она интересная. У нее оранжевая помада, розовый макияж, розовые трусики и как будто капроновые колготки полупрозрачные. И прическа тоже белая и кончики розовые. Красавица! Давайте распакуем ее сюрпризы. Ого, какая шляпка! А, кажется, я поняла, что за куколка мне попалась. Вы тоже угадали? И это Cowgirl Cutie! Посмотрите, какая веселая девчонка здесь. И она тоже умеет стрелять водой. Еще у нее есть вот такой вот яркий наряд. Вот эта платформа. Вы только посмотрите на ее обувь. Еще сюрприз. Это бутылочка с золотой крышечкой. И еще сюрприз. Что же тут? Микрофон. Она не только любит путешествовать, но еще и петь. Они все такие яркие и ультрамодные, так и хочется собрать всю коллекцию этих кукол. Давайте ее установим. И она тоже со своей подружкой будут смотреть, как мы открываем следующих куколок этой коллекции. Сейчас я хотела бы открыть куклу LOL Surprise 707 Root второй серии. Открываем замочек. Интересная. Здесь крестик. И получается какой-то континент. И написано Cross Country, что переводится как бег по пересеченной местности или путешествие через всю страну. Второй слой. И смотрите, первый у нас был темно-розовый, светло-розовый, а третий шарик у нас светло-голубой. Кстати, вы знали, что фан-клуб LOL Surprise по всему миру насчитывает миллионы детей и взрослых коллекционеров? Вот это да! Так, а здесь у нас уже другие, смотрите, наклеечки. Динозаврик, боулинг, заправка и какой-то указатель. Куклы второй серии. В этот раз я хочу сначала открыть аксессуары, а потом уже куколку. Поддержать интригу, так сказать. Попытаюсь определить, кто же мне попадется по листку коллекционера и сюрпризам, которые в упаковке. Вот это вот шапочка интересная какая. Это что, кепка пилота? Я уже поняла, кто мне попадется. Вот эта симпатичная куколка Gus & Go. У нее вот такие вот черно-белые кроссовочки. Смотрите, с какими-то черными пятнышками спереди. Интересная бутылочка. Подождите, на значке у нас бензоколонка. И вот здесь тоже она. И на шапочке. Ага, то есть не капитан воздушного судна, а работник заправки. Вот ее костюмчик. И имя у нее такое интересное, только сейчас подумала. Gus & Go. Gus и поехали. Погнали. Еще один сюрприз. И это вот такой вот платочек. Давайте посмотрим, как же выглядит сама куколка. Какая она милая. И здесь тоже, смотрите, какое-то пятнышко, такое же, как и на ее кроссовочках. Фиолетовые со светло-зеленым волосы. Розовый макияж и синие глаза. И смотрите, на костюмчике тоже пятнышки. Но ничего, это все особенности ее работы. А вот и полный образ нашей красавицы. Отправляем ее тоже ждать остальных куколок LOL Surprise.
У нас осталась одна куколка этой коллекции, первой серии. Давайте ее тоже распакуем. У нее вот такая вот подсказочка. Капсула, можно подумать, такая же, но нет, смотрите. Оттенок ее отличается. Здесь темный, здесь посветлее уже. То есть у нас получились все шарики, все разного цвета сегодня. Так, инструкция, коллекция и наклеечки. Тоже динозаврик, заправочная станция, боулинг-клуб и указатель. Так, а сейчас очень интересно отгадать, кто же мне попадется. У нас есть вот такая вот куколка этой коллекции. А сейчас мне попадется... давайте вот такая. Ну, проверим. Так, опять же я оставлю куколку на потом. А вначале откроем ее аксессуары. Вот такая интересная бутылочка у нее. Солнце, горы, красота. А вы любите путешествовать? Если да, ставьте лайк. Ух ты, фотоаппарат. С мгновенной печатью, я так понимаю. И здесь куколка Лол сфотографировалась. Так, это кто? Динозавр? По-моему, слушайте, с динозавром. Куда это она отправилась в путешествие, интересно? В прошлое? Так, эта куколка тоже у нас в шляпе, но шляпка другая уже. С бантиком, желтенькая. У нее вот такие вот кроссовочки. Розовые с белым. И вот такой красивый костюмчик. Кофточка в клеточку и голубая юбочка. И у нее такой же значок заправочной станции. Ага, вот какая куколка нам попалась. Travel Girl. Давайте ее распакуем. И у нее появится возможность путешествовать вместе с нами. Какая у нее прическа, посмотрите. Здорово. Вот такой вот красивый костюмчик. У таких маленьких куколок, да, у них двигается голова, ручки, ножки. Здорово. Вообще, мне очень нравятся именно куколки Лол, потому что у них очень все детализировано. Они все очень симпатичные, и у них всегда много сюрпризов и аксессуаров в комплекте. Ее любимый фотоаппарат. Кроссовочки. И бутылочка. Наша кукла готова к продолжительному путешествию. У нее с собой есть все необходимое. Вот они, наши красавицы, Лол Сюрприз. Коллекции 707 Рут. 4 есть, осталось собрать еще 8, и будет целая коллекция. А вам понравились новые куколки? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! А если у вас есть уже куколки этой коллекции, пишите в комментариях в сообществе их имена.